Дорогие альметьевцы, поздравляю нас всех с прекрасным днем рождения нашего любимого, красивого, молодого и очень здорово развивающегося города. Ровно 67 лет назад Президиум РСФСР подписал очень важный для нашего города документ, с которого, по сути, началась история нашего города, нашей нефтяной столицы. Поздравляю и желаю искренне всем нам, чтобы наш город был таким же красивым, молодым, он также динамично развивался. Ну и, конечно же, чтобы в этом городе всем хотелось жить, всем хотелось оставаться, и наш город становился краше с каждым днем. С днем рождения, любимый город!